Здравствуйте. 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 А кто у меня вскрыл? Это проникновение со взломом. Вот эта дверь была, это была. А, и вещи уже наготовлены. У меня что, кто-то заселился? Нет, нет, это было. Ой. Ребята чисто были. Простите. Ребята чисто стояли около. Добрый день. Около гаражей? Да, то есть ну, дом никто ничего. А кто вытащил мотоциклы? Кто дом вскрыл? Да, нам сказали, тут никто не живет. Тут то есть... Где ваш командир? Я хочу с ним поговорить. Он уже был, мы с ним уже. Я хочу лично поговорить с вашим командиром. Наш командир находится в Чеченской Республике, Рамзан Кадыров. Я знаю. Прямо подчиненный. На данный момент. Разговаривает со мной. Слушаю вас. Вот командир. Вы именно командир являетесь. Кто проник... А это что такое? Что так было? Что это так было? А это? А это кто? Рисовали тоже мы? Я не говорю, за вот этого не было. А рисовали тоже мы? Было это все. Посмотрите. Это лично моя ява. Так, я служу. Отойди. А машину кто на зарядку ставил? Ну а зачем вообще вот это? Дали сюда. Вы кого поймали здесь на месте? Вот ребята были. Давайте писать заявление. Это вот это как вы мне сказали, помните? Зачем вообще вытащили? По поводу чего? Ну, ребят, зачем? Военных? Да. Кто у меня, подождите. Кто у меня вскрыл дом? Вы поймали здесь тут кого? И было. Мне позвонили соседи, что у меня вскрыли гараж. Что вы меня подъехали, на данный момент ребята стояли вытаскивали. Здесь около гаража. Ничего уж не похищено. Мы смотрели, что тогда. Почему тогда у вас дом вот так? Ребята стояли около гаража. Они в дом не заходили. Тут живут прямо наркоманы и пьяницы. Тут везде водки. У меня не для этого отец погибал на войне. Чего вы кричите? Чтобы вот так вскрывали, сука, дом. Девушка, Ева. Смотри. Это не мой же? Не мой? Скажите честно. Тут везде это до нас было так. Так это мы. Это было. А это что? Это что? А это кто, блядь, вообще? Это наш. В смысле? А кто вас пустил? Вы только же не заходили в дом. Это... Пошли, выходи. Это что? Сумки лежат. Сумки лежат, ребят, вы сказали, вы в дом не заходили. Клянусь вам, мы тут ничего не трогали. А он почему спит на моем диване? Я постелил под себя вот. Девушка, покиньте мой дом. Да, без проблем, покиньте. Покиньте мой дом. Да, без проблем. Сейчас покинем. 5-15 минут покинем. Тоже приезжал командир, спрашивал. Просил не заселяться. Ой, наверное, пусть... старшему приезжал же ж. На елки к вам. А, и вещи рассматривались. Да мы тут ничего не трогали. Ребят, честно, забирайте вещи. Честно, мы ничего не трогали. Нам зачем они вообще тут? Набери Антона. На войне. Тем более. И вы сказали, вы в дом даже не заходили. Ребят, ваши вещи лежат в доме. Ребят, вы сказали, вы в дом не заходили. Как ваши вещи оказались у меня в доме? Открыто было, зашли, что? Открыто же это было. При мне никто в дом не заходил. Ну вы сейчас видите со мной, что их вещи лежат в доме. Мы зашли, я в дом тоже не заходил. Вот посмотрите, здесь лежат вещи. А это что? Они уже, смотрите, разложены. Этого не было. У меня накрыта была рассада, когда я уезжала. Уже разложено все. Там кто-то там сухой. Я даже отпечатки пальцев не трогал. Мы только приехали сюда, вещи положили, сразу вышли. Эти папа не видели то, что мы на улице они стояли. Они на улице все стояли. Это да. Мы вдвоем зашли и видели. В доме мы даже в дом не заходили, при них даже. Они тоже сюда не заходили. Как это откуда нас спит? Ну дождь был. Да. Если вы говорите, что когда дождь был? Если вы говорите, вы в дом даже не заходили, вы стояли. Да, ребят. Я говорю, мы вещи положили, вышли. Что мы будем делать? У вас есть там военная комендатура? А они русские? И что военная комендатура? Выходите, дайте я пройду, пожалуйста.
перерыты все вещи. Окно затурили моими вещами. А это что? Перерыты все тумбочки. Что? Хорошо, покиньте мой дом, пожалуйста. Не вопрос. Мы тут ничего не трогаем. Я тебя простелил, просто отдохнуть просто зашел. Ребят. Хорошо. Покиньте мой дом. Хорошо, без проблем. А с мотоциклами, с машиной? Вот поехать тоже мне куда-то. Зачем нам эти вещи на войне, тем более? А? Фанатинг? Сереж, сейф цел? Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно вам скажу. Мы защищаем вас. У меня отец погиб в 16 году. Брат воюет. Я сочувствую. Я жопу рвала за вас. А что вы сейчас делаете? Мы ничего не трогали тут. На каком основании? Кто вам сказал, что в доме никто не живет? Кто вам сказал? Скажи. Батька вон та сказала, вон там. Какая? Вон там, которая по соседству живет. Батька сказала. Бабка? Да. Хорошо. Что никто тут не живет. И мы я уезжаю, я двух деток маленьких вывезла отсюда. Хорошо, я приезжаю что? Сюда. Ведь у меня хорошо, двое деток. Вывезли, у меня дитё год жил в подвале, годовалое. Она выросла. Девушка, я не захотела. Нам отсюда ничего не надо. Мы просто заселились сюда. Просто. Вот, вы заселились. Да. Сейчас вы признаете, что вы я заселились. Я признаюсь, на пару дней нам сказали заселиться. Мы заселились. А трогать нам нечего. Тут. Зачем нам трогать вещи? Чужие вещи, тем более. На войне, тем более. Вы просто правильно поймите. А кто машину ставил на зарядку, ребят? На зарядку никто. Мы не просто. Она была на улице, мы ее затолкнули туда, наоборот. Слушайте, женщина, не нужно нам ваше, ничего не нужно. Дай! Вот это, а вот он шаесть. Нам на передовой что, с ними бегать, что ли? Я не говорю вам. Ну, вот сегодня приехали. Говорю за то, что мы сегодня приехали. Не, мы не знаем кто? Это. Знаешь, кто сказал? Тетя Валя. Я сейчас пойду еще с тетей Валей разберусь. Мы вообще что здесь ничего не скрывали. Хорошо. Можете вон мои все патроны проверить. Тебя все магазины полные у меня. Да, оружие я трогать не буду. Я вам еще раз говорю. Я радовалась, когда мне сказали, что вы на нашу защиту встаете. Но не, понимаете, мы, я клянусь... с каждым разом слышу все более и более. Как вас зовут? Вера. Вера. Мы не эти, не добровольцы сюда приехали. Мы не добровольцы. Мы даже не хотели сюда ехать. Но сказали, надо помочь. Но нам ваши вещи не нужны. Хорошо. Клянусь, я не нужны. Я говорю просто, я не хочу, чтобы... А скажите, пожалуйста, как вы в дом попали? Дом открытый был. Вон тот тоже дом открытый был. Мы зашли. Там же, там, он... там вчера вскрыли дом. Мы тоже вчера здесь не были. Здесь тоже был открыт. Там вчера вскрыли мы дом. Мы здесь не были вчера. Мы сегодня утром приехали. Там у вас перед вами даже мне говорит стыдно, там резинки лежат, кто-то здесь даже пылился. Я знаю, в прошлый раз у меня у отца форму, я не стала заявлять, форму с медалью украли. Да? Это смешного, ничего не взято, форма мы с вот медалью. Мы только отца. Сегодня приехали сюда. Все перерыто. У любого здесь можете спросить. Так у этого комбата можете спросить. И вот я вот сюда пришел, сумку положил, я ушел сразу. Ну. А кто роутер снимал? Я вон даже не могу. Это все перерыто. Вот видите, вот здесь все, все перерыто. Перерыто. Это я даже не знаю, кто здесь. Рыл. Девушка. А. Да не удалось. Извините. Хорошо. А? Хорошо. Мы не хотели так, но просто был дом открытый, мы зашли. Хорошо.
Сейчас рюкзак. Сейчас. Оп, коридор. Вон рюкзак чей-то кинули. Коридор. Кто-то забрал. Здесь был рюкзак. Сейф цел или вскрыт? Тоже сейф вскрыли. Альфа. Вскрыт? Конечно, не видишь.